Еще одна нанастеленная для коллекции. А эту я возьму в тяжелые рукавицы. Это будет интересная работенка. Да начнется веселье. Санс, вставай! Санс, уже полдень, вставай сейчас же, мешок ленивых костей. Ты ведь не забыл, что у нас обед с нашими друзьями? Разбуди заодно человека. Да-да, я помню. Сейчас встану. Да не стучи так сильно. Да, сегодня будет длинный день. Еще 5 минут, так, мам. Фриск, Фриск, какого черта ты тут делаешь? О, доброе утро, Санс. Зачем так орать-то? Ты разве не помнишь, как я легла спать в твоей комнате после ужастика? Естественно, после ужастика я не могла уснуть. Потому я пошла к Папайрусу, но он не открыл дверь. Зато я заметила, что кое-кто забыл закрыть дверь в свою спальню. Ты же знаешь, что ты ленивый. Эй, Санс, ты уже спишь? В любом случае, ты не против, я лягу к тебе у кровати. Какая маленькая же хочет спать со мной. Это не смешно. По правде, тебе было не так сложно убедить. Почему я чувствую себя очень неловко? Кстати, мелкая, ты ничего важного не забыла? В смысле? Ты о чем? Точно! Сегодня обед! Мама придет с минуты на минуту! Эх, я не один, кто забывает что-либо здесь. Чё? Наверное, показалось. Санс, тащи свои кости сюда, мне нужна помощь. Привет. Привет. Добро пожаловать. Я принесла продуктов, а ты подготовил воду, как я просила? Конечно, Ваше Величество. Я сделал это с моим помощником. Отличная работа, Папайрус. Я помогу с готовкой. Только вместо черпака используй мое копье. Сдерживай его, Андайн. Великий Папайрус, но я думала, Санс поможет вам на кухне с готовкой. Не волнуйтесь, я здесь, чтобы потушить огонь. Но мне понадобится больше, чем один огнедержитель, поскольку Огненная Королева ушла сюда. Санс, хватит надоедать гостям своими глупыми каламбурами. Да ладно тебе, брат. Не будь такой Папайрой. Санс! Хватит испытывать мое терпение, Санс. Наверное, теперь я буду заводиться о вашей кухне, ребята. Мам! Прости за задержку, просто я переодевалась. Мое дитя, как прошла учебка? Это было великолепно! Съели кучу мороженого, а потом ночью смотрели фильм. Дитя, а какой фильм вы смотрели? Хе-хе, фильм, что положен для дитя ее возраста, хе-хе. Эй, папс, вы посмотрели тот ужастик, что я вам дала? Да, после него Фриск не могла уснуть одна, и поэтому она пошла спать к Сансу. Ух, черт. Санс, вы смотрели ужастик? Не конец. Пожалуй, мы позже поговорим об этом. Я спасен. Сейчас мне надо готовить. Я увидела в вашей кулинарной книге кое-что очень вкусное. Эй, папс, вы смотрели тот ужастик, что я вам дала? Нет. Эй, папс, вы посмотрели тот ужастик, что я вам дала?